Единая Россия все равно выиграет. Хотя, может быть, больше или меньше это наберет процент. Нету оппозиции, нету. У Единой России нету серьезного соперника. You know, everybody understands in Russia that this election is without any kind of choice. More than 55% of Russians consider that the forthcoming elections will be fraudulent and will be manipulated. So people do not have any illusions with respect to the elections. Перспектива еще на два срока продления нынешней политической ситуации вызывает рост массовых эмиграционных настроений именно в среде среднего класса. Кот. Снимаю открытый камер. Что это, самбуку? Да, я не знаю. Уровень социальный все-таки у нас достаточно низкий, и с этим спорить бессмысленно. У нас очень высокий уровень озлобленности. Поэтому мне, например, комфортнее находиться в какой-то стране, либо в каком-то вообще обществе, да, где люди улыбаются, где люди открыты, где ты можешь тоже почувствовать себя вот свободным, открытым человеком.